В Жамбылской области сельчанин открыл цех по добыче золота прямо у себя дома. Шумные дробилки он установил в сарае. Это не понравилось соседям, полиция нагрянула по оперативной наводке. Мужчине 54 года, в его хозяйственной пристройке нашли практически все, что нужно для добычи золота. Выяснилось, что сельчанин собирал руду рядом с прииском в Мойнклумском районе, привозил ее домой. А после усердно на самодельных электродробилках превращал все в песок. И уже из него специальными средствами вымывал драгоценный металл. Теперь за незаконную добычу золота ему грозит тюремный срок. При проверке обнаружены и изъяты 3 самодельных дробилок, а также камни различных пород общим весом около 1 тонны. По данному факту начато досудебное расследование по статье 295 прим. 1, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.